Здравия желаю. Здорово. Привет. Хозяин где? Он. Тут названивают. Черт. Да, Катя. Борис, почему ты не позвонил? Почему я узнаю от посторонних? Мы бы приехали. Не надо приезжать. Почему? Мама, это папа. Дай поговорить. Это потому что... Не надо приезжать. Что мне делать? Просто не оставляй Марту одну. Даю Марту. Папа, с тобой все хорошо? Мы с мамой в новостях видели. Мы скоро приедем. Со мной все в порядке, Мартыш. Все хорошо, не волнуйся. Послушай, можешь сегодня не выходить из дома? Хорошо? Дай маму. Папочка, я тебя люблю. Боря, после обеда я должна быть на следственных действиях. Марту я теперь одну не оставлю. Да, ни в коем случае не оставляю. Тебе во сколько нужно уехать? В 3. Я буду, обещаю. Покушение на тебя, что ли, было? На меня. Я теперь этим делом занимаюсь, что колись кому-то там дорогу перешу. Посадки в самолет. А я передумала. Папа, меня пригласили на стажировку в университет дизайна и искусств Санта-Фе. Папа, ты знаешь, какой там конкурс был? Там заявки со всего мира. Чё ты? Ты не рад за меня? А мама была счастлива. Я им свои эскизы 3 месяца назад присылала, даже не надеялась. А тут стою у стойки регистрации, звонок, и они меня приглашают на обучение. Ну зачем было нужно отменять поездку? Мама ждет. Что за спешка? Обучение – это же не завтра. Отдохнула бы. Пап, я тебе мешаю? Да не говори глупостей. Короче, мне надо оформить визу в Америку и оплатить договор. Надеюсь, с этим проблем не будет. Как только я все оформлю, я уеду к маме. Дарина! Я горжусь тобой. У меня только одно условие. До поездки в Америку будешь под охраной. Пап, ты что, мне не доверяешь? Ты хочешь меня спрятать от кого-то? Давай без объяснений. Если хочешь на свою учебу,
Услушайся меня. Вот такая история, майор. Здравия желаю. Делом отца. Конечно, нашел того, кто виновен в его гибели. Он имеет в виду олигарха Колодина, его дочь Дарина фигурировала в сводках. Колодина есть главный подозреваемый? По мнению Борис Борисовича, да, но лично мне не хватает мотива. Существует пленка, на которой Колодин во всем признается. Только ему за это ничего не будет, пленке 25 лет. Может, что-то еще есть, Борис Борисович? Нет? Вы встречались с Колодиным? Нет. Тогда мне опять же непонятно, откуда он узнал о вашем расследовании. Он узнал. Причем давно. Я думаю, он за мной следил. Иначе как можно объяснить смерть Касаткина? Я встретился с ним по делу своего отца, и он тут же был убит. Об этой встрече никто не знал. Короче, у меня не было времени на раздумья, и я спрятала у него в портфеле флешку. Чего ты сделала? Засунула флешку ему в портфель. Она записывает до 6 часов разговор. Я сын Бориса Аврутина, вашего друга. Я ни в чем не виноват. Кстати, слушай, я сюда, Чернов. Наплевать на твои страхи. Чё-то задоринным и не пахнет. Тихо. Если это понадобится, я буду делать тебе очень больно. Ты, сука, не всю правду. Кто подарил моего отца? Дальше, Матвей. Дальше. С убийцей Многолюбова вы уже общались? Он на операционном столе. Сказали, как только можно будет из больницы позвонить. Что ты здесь делаешь? Не эксклюзив. Дарина Колодина. Послушай, из-за тебя убили Вадика Почкина? Тебя хватает наглости приходить сюда и предлагать Тополевый эфир? Степан Романович, вам нечего бояться. Ты это Почкину скажи. Но если мы это выдадим в эфир, то тогда с кем объясняться? С миллионами зрителей? Видео. Реальные кадры убийства бойфренда Дарины Колодиной? Да. И этот эксклюзив ваш. Степан Романович, вы будете первым. Нет. И тебе советую спрятать это как можно дальше. Тогда я пойду на другой канал, и будьте уверены, что Марго узнает, почему эксклюзив попал к вашим конкурентам. Иди. Лучше быть безработным, чем мертвым. Подожди. Стой. Я должен поговорить с Марго. Сначала выдаем анонс, а после выхода основного материала все рейтинги ваши. Я сам и разберусь с этим. Доброе утро, Парамонов! Подъем, Парамонов! Зачем адвокаты ждал? Он же крутой. По телеку показывают. Значит, бабки имеются. Я-то просто хату хотел обнести. А тут чувак напал на меня. Напал? Я защищался. Он в следующую очередь, смотрю, выстрелил, да? Имя, Парамонов, мне нужно имя того, кто заказал Аврутина, понял? Имя!
прикажешь, будешь жить. В любом другом случае сдохнешь. Если я раскалюсь, меня уберут. А тебя так и так будут убирать. Промонов, понимаешь? Просто со мной у тебя есть маленький шанс. Обеспечь себе хорошую защиту. До суда. А после окажешься в нужном месте под крышку нужных людей. Слышишь меня? Мне надо подумать. Нет, Промош, нет у тебя времени на подумать, родной. Нет, лоченись, нет. Второго свидания уже не будет. Либо под защиту, либо ты труп. Он мент! Либо как-то связан с вами. Интересно? Начальник, нормальная же сделка! Начальник! Да, капитан, усили мне охрану. Автоматчик в больнице. Ага. Найди мне связь между Зубовым и Колодиным. Да, товарищем полковником и олигархом. Это Борис Аврутин. Да, минуточку. Аврутин. Алло? Я слушаю. Я хотел решить вопрос по-хорошему, а ты? Ты думаешь, это заставит меня забыть о моей просьбе? Борис Борисович, а не можете вы напомнить мне предмет разговора и суть вашей просьбы? Ты убил моего друга, сука! Прямо сейчас бери пульт, включай новости. Я уверен, что настроение у тебя резко изменится. Трагедия в одном из особняков известного олигарха произошла в прошлом году на майские праздники. Следствие уверенно выдвинуло версию, что на Дарину Колодину и ее молодого человека напали неизвестные, которые убили парня и подожгли дом. Девушка тогда отделалась прохождением курса реабилитации в одной из элитных закрытых клиник. Она чудом осталась цела и жива. Но было ли чудо на самом деле? В распоряжении нашего канала оказалась шокирующая видеозапись, которая заставит следствие изменить свою точку зрения. У тебя есть 24 часа, чтобы сделать признание. Иначе вся страна узнает о том, что сделала твоя дочь. Как я могу быть импотентом, если спал с твоей подругой? Значит, все-таки спал. Но не с тобой же спать. Сука, ты фригидная. Спал. Вот так вот, представляешь? Прям вот так вот.
Что вы здесь делаете? А ты считаешь, что ничего не надо делать после вчерашнего? Именно из-за того, что произошло вчера, я отстраняю вас от каких-либо дел. Я же вам уже говорил. Считайте, что это оплачиваемый отпуск. Почему кто-то пытался убить Бориса? Нашел виновного в гибели своего отца. И хотел, чтобы тот сделал публичное признание. Я встретила Бориса, и он мне сказал, чтобы я... Да, отправлялась в оплаченный отпуск. Чтобы я вам не рассказывала. Но... В общем, я выдала в эфир анонс ролика убийства бойфренда Дарины Колодиной. А как это связано с делом отца Бориса? Колодин тот самый человек, который подставил отца Бориса Борисовича. Это он убил Аркадия? Да. Но не своими руками. Я уверена, что у Колодина есть человек, который занимается этими самыми нападениями. Борис говорил, что о встрече с Касаткиным никто не знал. Но после этого его убили. Да, это свидетель по делу отца. Тот, в убийстве которого обвинили Бориса? Да. Так вот, о встрече знала я. Глебов. Полковник Зубов и следователь Николаев. И записала на диктофон тот разговор Аврутина с Касаткиным и запись передала в убойный отдел. После этого Касаткина убили. Вот так. Ну так наверняка это Глебов или Николаев? Это не Глебов и не Николаев, потому что он в СИЗО. Остается полковник Зубов. Да, какая-то невероятная история. Как Зубов может быть связан с Колодиным? Ладно. Чего, нашел, что ли? Да. Они пересекались в 2005 году. Где? В Одинцово, в частной клинике. Полковник МВД Зубов участвовал в программе, которую финансировал меценат Колодин. Чего за программа такая? Помощь сотрудникам МВД, больных раком. Зубов раком болел? Да. Реабилитация в израильском центре. Ого. Дороговато реабилитация, слушай. Еще одна просьба. Ты никому не распространяйся особо, что достал, ладно? Спасибо. Хорошо. Тебе. Как скажешь. Давай. Привет. Как ты? Нормально. Обижена она. Да, поговори с ней. Все, я поехала. Марта, буду вечером. Хорошо, мам. Ты знаешь, как мы с мамой переживали? Знаю. Я поставил телефон на беззвучный режим, потому что было миллион звонков. Ну, мы же с мамой не одни из миллиона. Не одни. Смотри, нам кто-то клеров накупил. А когда мы последний раз отдыхали? С тобой? 1-0. Я серьезно. Может быть, махнем на острова? К твоим собратьям, мартыш. И я тебе не мартышка. 1-1. Еще какая мартышка? Вот, пожалуйста. Сергей Степанович Зубов родился в Астрахани. Окончил Астраханскую среднюю специальную школу МВД СССР. Подождите, в Астрахани погиб Ракитин на рыбалке? Да. И Зубов работал в тот момент в Трусовском районе в звании младшего лейтенанта. Интересно. Через 2 месяца он старлей, а через 2 года капитан уже в Москве. Вот это рост. Но такого не бывает. Это либо какие-нибудь особые заслуги или спецоперации? Досье нет такой информации. Написано, что он переведен из Трусовского района номер 10 по причине расформирования. И причина этого расформирования,
пожар. Зубов как-то фигурирует в деле Ракитина? Нет. Там был другой следователь, его фамилия Погребецкий. Но он умер. Так, коллеги, Погребецкий работал в одном отделе с Зубовым. Это значит, что теоретически Зубов мог быть в курсе дела Ракитина. Угу. Разговор есть. Слушай. Сергей Степанович, а чего вы мне у Авротина не сказали, что вы знакомы с Колодиным? Я что, должен докладывать тебе обо всех, с кем пересекался в жизни? Да не. Просто разговор. Авротина с Касаткиным слышали. Я. И вы. После этого Касаткина убиваю. Я Колодина не знаю. Вы знаете. И, скорее всего, Авротина заказал именно Колодин. Знаешь, что мне еще сказал киллер? Что его нанял человек, связанный с полицией. Ничего не смущает вас, Сергей Степанович? Смущает. Я тебя в отпуск отправлю. Всех теперь подозревать будешь? Ну, и сначала ответь, что связывать полковника полиции и преуспевающего бизнесмена. Я не понял, ты меня сейчас допрашиваешь, что ли? Да не дай бог. Просто пока разговариваю. Тогда пошел вон отсюда. В интернете много чего можно нарыть, если следовать логике 2005 года. Вы обязаны Колодину жизни. Так что сей секунду нам это знакомство не назовешь, вы мне ответьте. Человек из полиции, это вы, Сергей Степанович. Полковник Марков. Генерал-лейтенант Павлюченко. Подполковник Голышев. Эти не выжили. Слишком поздно было. Метастазы. Вы о чем сейчас? А это я сейчас о том, Денис, что ты молодец. Все правильно нарыл. Я действительно встречался с Колодиным. Но только один раз в жизни. Вот именно этот раз. Другое странно. Ты не обратил внимания. В его программе участвовали 3-4 десятка сотрудников МВД. Я был одним из них. Просто одним из многих. Насчет отпуска я серьезно. Вместо тебя на дело Боголюбова СИЗО поставлю. Не надо, я понял. А ты чего тут? Ты давно ждешь? Нет. А чё же не позвонил? Я звонила. Ты трубку не брал. Ой. Извини, не слышал, видимо, заработался. Чего? Я приехала тебя предупредить. Твой начальник может быть связан с убийством Боголюбова. Это связано с олигархом Колодиным и делом, которое расследует Аврутин. Да опять этот Аврутин, Аврутин. Да при чем тут Аврутин? Я за тебя волнуюсь. Твой начальник связан с убийством. Я только Зубов слышал запись разговора с Касаткиным. Ты... Нет. Я тоже так думал. Но это не Зубов. Я все проверил. Ты сможешь меня простить? Да, слушаю. Понял, буду. Извини, мне ехать надо. Вот.
Вернусь, ответишь. Загадывай самое заветное. И раз, два, три! Ура, это пиццу привезли. Пиццу. Что у завтра? А, все хорошо. Отгул взяла, так что побудь с Мартой. Ну, пока. Пока. Привет, Вик. Как дела? Скажи мне, где Витя? Я не знаю. А что случилось? Он пропал, Боря. Абонент не отвечает весь день. Ты его в командировку отправил? Нет. Я распустил всю команду. А когда ты его видел в последний раз? Сегодня утром. Вика, документы дома? Я поищу. Ты, пожалуйста, не плачь. Я перезвоню тебе, хорошо? Прости за поздний звонок. Да ничего. Что случилось, Борис Борисович? А Виктор не у тебя? Витя? Нет. А почему вы так решили? А когда вы последний раз виделись? Ну, сегодня днем в офисе. Так что все-таки случилось? А как он себя вел? Ты ничего странного не заметила? Да нормально вел, Борис Борисович. К чему все эти вопросы? Борис Борисович, алло. Ты сдурел, майор? Борис Борисович. Перезвоню. Не ссы. Надо было на звонки отвечать. Поехали прокатимся, если ты, конечно, не против. Куда? Ну, там узнаешь. Да не убью же я тебя. Садись в машину. Дали только сейчас, поэтому встречу пришлось на вечер перенести. А я здесь зачем? Он запросил профессиональную юридическую помощь. Готов помочь парню.
Издеваешься? Что за черт? А кто закрыл перевязочную? Где ключ? Ключ от перевязочной где? Ну, ты сам реши, стоит ли имя заказчик твоих трудов или нет. Да кто же это такой? Степан Романович, буду завтра в 10. Не подведу. До завтрашнего дня никаких дел, Савродина. Найди безопасную работу. А главный свет никаких тайн. Если ты не можешь этого принять, я тебя прошу, Свет. Уходи. Боря? А ты чего здесь? Ты Витю ждешь? А что, он не пришел? Успокойся. Слышишь? Мальчика. Я же все морги, все больницы обзвонила. Мы же 10 лет вместе живем, ни разу такого не было. Что ты говоришь такое? А документы? Ты нашла его документы? Нет.
Он все забрал с собой. Хотя паспорт он обычно оставляет дома. Ну, значит, он был дома. Забрал паспорт. И уехал. Куда и зачем? Я не знаю. Ты такие деньги ему платишь. И не знаешь, куда он уехал. Хорошо, знаю я. Я нашла чек на 10 миллионов рублей. Я прошу тебя, пожалуйста, ну пусть это самое опасное задание. Ну, скажи мне, не береги меня, ну так будет лучше. Где ты нашла? В его вещах самом, по тайному месте. Он даже не знает, что я знаю. Так это не ты ему платишь? Тебе кличка Малек ничего не говорит? Может, Виктор кого-то так называл? Нет. А что? Я займусь поисками Виктора. Я его найду. Твои документы, твоя ручка. Ты извини, что тебя с утра дернули. Да ничего, было нетрудно. Может, чайку? Не откажусь. Пойдем? Пойдем. Проходи, проходи, я сейчас. Угу. Здравствуйте. Я присяду? Попробуйте. Да? Да, это я. Почему раньше не сообщили? Хорошо, скоро буду. Вань! Да. Только что звонили от Зотова по делу Поликарпова. Просят срочно приехать. Ты в курсе? Нет, я вчера видел Зотова, но он ничего мне об этом не сказал. Бред какой-то. Нужно ехать в СИЗО. Зачем? Работа у меня такая. Мам, я все понимаю, но я не хочу ехать с тобой в тюрьму. Тебя туда никто и не возьмет. Костя, чаем напой. Часик есть? Часик, да. Есть. Тебя подвезти куда-нибудь? Ты можешь посидеть с Мартой? Я не могу ее одну дома оставить. Ну, не знаю. У меня не было такого опыта сидения с детьми. Ты ведь меня не съешь? Марта! Ну все, я быстро. Борис Борисович, проходите. Лида, к тебе Виктор приходил? Нет. Что-то случилось? Он говорил, что собирается уехать. Борис Борисович, в чем дело? Вы его ищете? Он что, пропал? Вы виделись вчера днем. Зачем вы встречались? По работе. По какой работе? Из Аркаши это мы решили. Я же запретил. Какого черта вы везде лезете? В деле появились новые обстоятельства. Светлане позвоните. Ай, Света туда же. Давно пропал? Если мне что-то будет известно, я сообщу. При тебе он называл кого-нибудь мальком? Нет. А по телефону? Нет. Добрый день. Малинина по делу Поликарпова. Добрый, одну минуту. Пропуск должен быть заказан. Извините, нет на вас пропуска. Как-то нет. Не знаю. Выясняйте.
Павел Николаевич, здравствуйте. Я тут приехала по делу Поликарпова. Меня не пускают. Как-то не вызывали. Шутите? От вас человек звонил. Да откуда я знаю, кто? Поняла. Света, какого черта происходит? Что случилось? Я уже в редакции. Какие у тебя новые зацепки? Зачем ты впутываешь моих людей? На тебя покушались. Аркадий мертв. Мы просто хотели помочь. Света. Я прошу не решать ни за меня, ни за моих людей. Я это сделал для вашей безопасности. Ты знаешь, что после вашей встречи Виктор пропал? Как пропал? А вот так. Что вы с ним такого откопали? Это он откопал. Он выяснил, что в Астрахани случился пожар в архиве МВД. В Астрахани? Это что, как-то связано с Ракитиным? Да. Пожар случился через 2 месяца после его смерти, и дело уничтожено. Как уничтожено? Я его наизусть знаю. Ты читал дубликат Бори. Оригинал может сильно отличаться. И там еще в запасниках сохранились части сгоревшего архива. Все, Света, от тебя нужно только одно – ждать моей команды. Если через час Колодин не признается, выдать компромат в эфир. Это понятно? Да. Хорошо. Да, Кать? Борис, ты где? Почему не отвечаешь? Ну, что случилось? Я не знаю, я отъехала, Марта трубку не берет. Ты что, ушла из дома? Я же просил не оставлять Марту. Боря, прости, меня вызвали. Почему ты мне сразу не позвонила? Да я звонила, но ты трубку не взял. И просто тогда Иван оказался рядом. Черт, ты оставила нашу дочь с Иваном? Да, он теперь тоже не отвечает. Я еду. Встречаемся у дома. Света, до эфира около часа, надо еще успеть смонтировать материал. Степан Романович, я отвезла экспертов на грим. Хорошо. Это будет бомба. Где материал? Мы сейчас должны его привезти. Ты что, сдурила? Ты хочешь сказать, у тебя только эти нарезки? А остального видео нет? Степан Романович, не волнуйся. Ты знаешь, кто эксперты? Курьер едет, сейчас привезет. Это все твои проклятые игры! Верни мне мою!
это Аврутин. Господина Колодина сейчас нет дома, что мне ему передать? Передайте ему, чтобы он немедленно со мной связался. Это важно прежде всего для него. Вы поняли меня? Я поняла вас. Что-то курьер не торопится. Пробки в городе всего 4 балла. Сейчас приедет. Да, приедет, точно. Пожалуйста. Да. Света, ты сейчас должна встать и уйти оттуда. Диск нужно уничтожить. Уничтожь диск! Сейчас я выйду. Сидеть? Москва, Годовикова, 6, квартира 15. Нападение и похищение ребенка. Нужна скорая и полиция. Я мама девочки. Малинина Екатерина Игоревна. Марта где? Где она? Скорее скорую! Где Марта? Ты хоть что-нибудь помнишь? Ели пиццу. Это может быть клофелин. Марта! Марта, ела пиццу? Да. А я-то думала, снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает. Может, ты посвятишь меня в тонкости своих махинаций? Эфира не будет. Если мы не пустим материал в эфир, Колодин за эти анонсы нас просто засудит. Где диск, дура? Я сюда! Стоять! О! Вот он! Я уничтожу тебя! Только попробуй еще ко мне подойти! Я в полицию пойду! И говорить я там буду не только об этом нападении. Меня выманили. Обманули, чтобы я уехала. Кто-то из знакомых позвонил? Нет. Думала, что это кто-то из наших новых сотрудников. Угу. Телефон сразу пробили, но он отключен. И никому из них не принадлежит. Ага. Сейчас вернусь. Скорее всего, это клофелин. Не сдали на экспертизу, но результаты будут только вечером. Ничего не хочешь мне сказать? А я так понимаю, что похищение Марты и покушение на тебя как-то связаны, да? И цепочка ведет к Колодину. Угадал? Да. Адвокат, не делай глупостей. Дочь за дочь. Вот сказал дочь за дочь. Марта у него? Если это Колодин, нужно срочно действовать, понял? Я сам знаю, как решить этот вопрос. Не лезь в это дело. Понял? Он вам что-нибудь сказал? Уверена, похищение связано с Борисом. Он думает, что сам со всем разберется, но это не так. Умоляю вас, найдите мою дочь. Если вам нужна помощь прокуратуры, я сделаю все, что скажете. Бумаги, ордеры, только я вас умоляю, найдите мою дочь, действуйте.